Всем привет, дорогие друзья! Довольно долго у меня валяются такие заготовки, и я все думал, что бы с ними можно сделать. И вот, наконец, придумал. Сегодня сделаем светящийся логотип. Погнали! Для начала возьмем брусочек сечением 10 на 10 мм, распилим на кусочки, равные сторонам заготовки, и все углы запилим под 45 градусов. Потом соберем все на клей ПВА. Для наилучшего склеивания можно поместить детали под пресс. А теперь возьмем два отрезка светодиодной ленты, соединим проводами и приклеим внутрь на боковые стенки. Провода питания выведем через угол. Осталось лишь приклеить верхнюю стенку, и можно подключать блок питания, у меня он был на 9 вольт 600 мА, и испытывать.